Один из первых вопросов – что из сделанного в 2013-м президент считает самым главным? Прежде всего, это социально-экономическая стабильность Приднестровья, отметил Евгений Шевчук. Также президент высоко оценил работу правительства в этом направлении. Уровень социально-экономической стабильности, он очень показательный. И здесь нам удалось достигнуть лучших показателей. Я думаю, что одни из лучших показателей в СНГ. Это и инфляция, это и стабильность приднестровского рубля, это и стабильность выплаты социальных пособий, пенсий, заработных плат. Если в Приднестровье рост доходов будет расти такими же темпами, как сейчас, это создает условия для дальнейшего повышения оплаты труда. Некоторые опасения вызывает внешнеэкономическая деятельность, как следствие подписания Молдовой соглашения об ассоциации с ЕС. Приднестровье рассчитывает на подписание отдельного документа по сотрудничеству с Евросоюзом, отметил президент. Тем не менее, приоритетным направлением остается взаимодействие со странами таможенного союза. Сегодня уже говорилось о работе автономной некоммерческой организации «Евразийская интеграция» в Приднестровье. Хотелось бы узнать, в каких сферах будет продолжено сотрудничество Приднестровья и этой организации? Сейчас как раз прорабатываются некоторые вопросы, связанные с определением новых объектов, которые необходимы для Приднестровья. И хочу сказать, что подчеркнуть, что это пока намерение, потому что наши предложения будут экспертами изучаться. И вы видите, что эксперты прилетают из России и помогают определить как необходимость, так и возможность функционирования новой инфраструктуры. Журналистов также волновали вопросы развития сел, взаимодействия бизнеса и власти, ситуация в зоне безопасности. Подробнее о пресс-конференции президента мы расскажем в вечернем выпуске новостей.